Пять фотодней в Угличе. В эти дни на берегах Волги собрались представители цеха фотохудожников половины России. Дискуссии, мастер-классы, творческие встречи, лекции и многочисленные выставки наполняют творческое пространство. В программе открытия музея фотографии и ночь фотографов. За пять фестивальных лет впервые каждый день тематический. Фестиваль завершится в грядущее воскресенье. Когда мы начинали, или вы начинали, или Углич начинал фестиваль, это был большой праздник. Это был праздник для души, праздник для всех участников. Сейчас он превратился в некую работу. Это уникальное событие, где в прекрасном месте можно получить уникальную информацию. Это очень престижный фестиваль, поскольку здесь очень престижные, коммерчески востребованные и уникальные люди, занимающиеся фотографией. Я преподаю, и моя одна ученица сказала, что кадрировать фотографию – это нечестно. Это было смешно, потому что фотография – это вообще искусство отбора. И я задумалась, а что такое честная фотография? Вообще бывает честная фотография? Потому что когда мы подходим к натуре, мы всегда выбираем, снимать, не снимать, да, мы ограничиваем это плоскостью, да. То есть так или иначе, это все равно выбор. Такого состава звездного, блестящего не было ни в одном году, да, то есть были звездные, но вот по мощности, по потенциалу, по разнообразию мастеров такого не было. Поэтому я думаю, что счастливчики те, кто приехал, потому что у них будет возможность показать, поучаствовать в самом большом портфолио ревью этого года и показать работы мастерам и призерам World Press Photo, Питеру Тенхопену из Швеции, Мише Фридману из Соединенных Штатов Америки, Зиву Корну, послу Кэнону в мире. Весь цвет российской фотожурналистики здесь. Корреспонденты Итартас, РИА Новостей, патриархи фотографии, они все сегодня здесь.